Здравствуйте, в эфире НУК ТВ. И сегодня мы проводим соцопрос, посвященный конкурсу «Лучший студент Николаевщины». Молодой человек, скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой Анушеван Акопян? Знаю, конечно. Вот только приходится видеть его очень редко, постоянно весь в учебе. Вчера звал его в спортзал и снова сказал, что ему нужно учиться. На него всегда можно рассчитывать, он добрый, отзывчивый, поможет всегда. Тебе помочь? Да, не знаю, как разобраться. Какая? 11.60. Нет. Вот. Вот и вот твоя. Хочешь? Спасибо. У меня ноутбук полетел, и тоже к Анушеку обратился. Он полностью починил мне, почистил его. Сделал прекрасно, лучше в лучшем всяком сервисе. Вот его самая яркая особенность в том, что он постоянно и всюду поет. Вот идешь иногда по коридору, не видишь Анушек, а уже слышишь, он поет какие-то песни. Стоит ему услышать только какую-то одну веселую историю, сразу вспоминает очень много анекдотов. Он очень хороший человек, с ним весело, он любит повышать настроение. Итак, мы узнали мнение студентов об Анушеване Акопяне. И теперь наступил долгожданный момент, потому что именно сейчас мы познакомимся с этим легендарным студентом. Здравствуйте, Анушеван! На самом деле, я ничем не отличаюсь от всех тех студентов, которые учатся у нас в университете. Просто я активно совмещаю и учебу, и социальную деятельность. Мой девиз по жизни – каждый человек может все. Нужно просто в себя поверить.